В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправил... Разбей соляные сталагмиты! Выпусти меня! Наконец-то ты пришел. Столько лет прошло. Это дух, Красный Мор. Он еще здесь. Он почти поработил меня. Поспеши. Рейнольд? Да. Мор хочет захватить мое тело. Я теряю силы. Я запер нас в этом гроте. Свойство соли, понимаешь? Он не мог выбраться. Стены пещеры содержат классический эпотропический материал, который сдерживает духов. Ловко. Он все еще во мне. Я устал, брат. Помоги мне. Дай эликсир. Я исторгну из себя духа. Ты здесь давненько. Сколько уже, не помнишь? Годы, десятилетия. Я не чувствую хода времени. Тут ничего не меняется, брат. А вот снаружи многое поменялось. Ты же понимаешь, что уже должен был умереть? Твое тело не разложилось только из-за мора. Тогда тем более надо с этим покончить. Пожалуйста, дай мне эликсир! Я нашел твои письма к Ламберту. Мне жаль, что он тебя предал. Может, все кончилось бы хорошо, если бы с Красным Мором сражался не один ведьмак, а двое. Что уж теперь, я был дураком. Не понимал, что Ламберт не заслуживает доверия. Я с удовольствием ему об этом расскажу, как только мы увидимся. А вот друга твоего, кажется, звали Осмонд. Издеваешься надо мной? Нет, просто чутье мне подсказывает, что я сейчас говорю не с Рейнольдом. Ну что сказать, блеф был неплох, да я не такой дурак. Какой еще блеф? Он сейчас захватит мое тело, убьет и тебя, и всех тех, кто... Скорее, пей эликсир, убей его, закончи то, что я начал. Закончу, Рейнольд, недолго тебе осталось терпеть. Его из моего тела.
небесным мором. Рейнальд умер несколько веков назад, но тело не разложилось. Очевидно, это заслуга духа. А, никогда не видал такой брони. Медальон странный, с головой волка, но плоский. Наконец-то Осмунд кого-то прислал. Видимо, боги услышали мольбы из этого проклятого места. Благодарю тебя за помощь. Даже не верю, что освободился. Иногда я уже не понимал, кто я. Рейнальд или Красный Мор. То ли оба сразу, то ли ни тот, ни другой. Не стоит благодарности. Только ты ошибся. Меня прислал не твой друг Осмунд, а жрец Вечного Огня. Как вообще получилось, что в тебя вселился Красный Мор? Эти сектанты наняли меня, чтобы я избавился от него. Но при первых признаках одержимости эти трусы просто взяли и заперли меня в шахте. А ведь могли бы прислать экзорциста, послать за другим ведьмаком, да что угодно. А эти бедняги, которые просто умерли тут, в штольнях, брошенные сюда во славу Вечного Огня. Да, я их видел. Моровому духу повезло, что ты сюда спустился. У кого не было ведьмачьего иммунитета к болезням, те его недолго выдерживали. Ишь, какая судьба шутница.
Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы его удержать, пока я не заточил нас в этой пещере. До меня он вселялся в больных, но быстро уродовал их и губил. Они превращались в остервенелых бестий, да еще и умереть не могли. Так все эти факелы, голоса, это был не ты? Ты еще спрашиваешь. Мор хотел заманить тебя сюда, а я был так слаб, что даже не замечал тебя. По крайней мере, сначала. Кто ты на самом деле? У тебя медальон с головой волка, но не такой, как мой. И что же? Я придумал, каким он будет, и сам его изготовил, как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Завидую твоим умениям. Я свой просто получил от наставника, как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Может, в твои времена все было иначе? В каком году ты пришел сюда, в чертову яму? В 970-м. Или в 80-м. Черт, да не помню я. О чем не подумаю. Все как в тумане. Рейнальд, это было больше 300 лет назад. Больше трех... Нет. Нет, ты чего? За мной прислали бы кого-нибудь лет через 5. Ну, может, через 10. Осмонд бы меня нашел. Твою мать. Мне очень жаль. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть Рейнальд? Спроси меня о чем-нибудь, что может знать только ведьмак из Школы Волка. Давай, не тяни. А ты точно из Школы Волка? Твой доспех немного напоминает наш, но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр-Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже на пути. Они должны были стать образцом для всей школы. Только их никто не увидел. Ты их сделал сам, без мастерской? Похоже, не тот путь ты выбрал. Мог бы сделать себе имя среди бронников или хотя бы портных. Осмунд тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр-Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи найдешь чертежи. Можешь забрать себе. Духов тебе больше нет, но ты, кажется, раздражен. Надо убедиться, что ты уйдешь с миром. Иначе я стану тем, на кого наш брат обычно охотится. Что ж, понимаю. У меня осталось одно незаконченное дело. Помоги мне с ним. Тогда я обрету покой. Или можно сжечь твое тело на погребальном костре, как положено. Чтобы я ушел, не примирившись со своей судьбой, в боли и горечи. Этого ты мне желаешь, брат. Как я понял, тебя прислал жрец. Приведи его сюда. Хочу с ним напоследок поговорить. А что, ты соскучился по религиозным диспутам? Пара слов ничего не изменит. Отпусти свою обиду, Рейнальд. Нет. Сперва я посмотрю ему в глаза и спрошу, почему его вера позволяет обрекать людей на смерть и страдания. Нет ничего общего между этим парнишкой и жрецами, что тебя замуровали.
Да, тогда приведи их вместо него. Не можешь? Я так и думал. Хорошо. Но только поговорить. Больше ничего. Перестань. К чему эти намеки? Я все понимаю, но у меня нет злых намерений. А даже если бы были, тебе бы не составило труда от меня избавиться. Ладно, я схожу за жрецом. Ничего не понимаю. Как они это допустили? Столько людей погибло, и кровь. Повсюду кровь, я даже не подозревал. Рейнольд? Мне рассказали, что ты пережил. Я думал, как тебе помочь, но даже не знаю, чем искупить такую вину. Я всего лишь скромный диакон. Скромный диакон или иерарх, один хрен. Чтоб стать жрецом Вечного Огня, надо быть или преступником, или лицемером. Я нашел тут останки жреца, которого замуровали с больными, потому что он отказался покинуть их в темный час. Он кто, преступник или лицемер? Ну ничего себе! А скажи-ка мне, кто же его замуровал? Духи? Гули? А может, все-таки жрецы Вечного Огня? Гляди на него, он же еще ребенок. Какое преступление он совершил? Перепутал слова гимна? Пирожок съел во время поста? Нет, он просто-напросто поверил лицемерам. Перед тобой редкий пример жреца, который видит в ведьмаке человека. Этот малый не похож на других. Ну, на самом деле неправда, что церковь считает мутантов злом. В 16 главе книги сказано: «И воздай уважение всему живому». Да, видел я ваше уважение ко всему живому. Приор говорил... Он говорил, что все не так. Я слушал его всю жизнь. Как мне теперь в это верить после того, что я тут увидел? Жрецы должны были оберегать людей, давать надежду, а они... Творили такое. Что мне теперь делать? Как мне жить? Прекрасно. Кризис веры. Это минута слабости или тебе правда жаль? Что ты сделаешь с тем, что узнал в этой шахте? Давай зайдем с другой стороны. Ты герой, который спас весь мир от бедствия. Чего ты хочешь? Что поможет тебе смириться со своей участью? Герой. Знаешь, когда-то я ратовал за правое дело. Я был молод, полон сил, хотел за него сражаться. А теперь я просто устал. У меня нет ни сил, ни желания философствовать и радоваться счастью тех, кого я спас. Это не им пришлось страдать 300 лет. Есть кое-кто молодой и готовый биться за правое дело. Чтобы творить добро, не нужна церковь. Ты без нее справишься. Да. Да, ты совершенно прав. Я не вернусь в Новиград. Я останусь и превращу это место в лечебницу. Создам настоящее прибежище для зараженных. Я пошел в семинарию, чтобы служить людям, а не иерархам. Да что же со мной такое? Сопротивляться Красному Мору мог, а простить этого парнишку не могу. Будто лишь ненависть держала меня в здравом уме все эти годы. Может и так, но это уже в прошлом.
Главное, что ты сделаешь сейчас. Твоя жертва не будет напрасной. Я покину церковь и превращу эту гробницу в оазис жизни. Здесь появится лечебница, которая будет носить твое имя, добрый ведьмак. Ты сделал доброе дело, Рейнольд. Для него и многих других. Ну, знаешь ли, мое имя — это уже лишнее. Я простой ведьмак, а не святой чудотворец. И лучше пусть так и остается. Все кончено. Здесь нам больше нечего делать. Да направит меня вечный огонь! Мне нужно время. Нет, я знаю, что делать, но... Не так легко отречься от мира, который я знал 20 лет. Возьми. Твоя награда. Большое тебе спасибо за помощь. Может, не стоит отрекаться от всего? Те слова, что ты цитировал, звучали мудро. Может быть. Что, если свет вечного огня скрыт там, где я его еще не искал? Нужно лишь шагнуть ему навстречу. Прощай, бывший диакон. Удачных тебе поисков. Если я найду заметки Осмонда, о которых говорил Рейнольд, можно будет доделать доспехи. Надо зайти в библиотеку в следующий раз, как буду в Гармонии. Удачи тебе на пути, ведьмак.
ничего не сделал! Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Самогону желаете? Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Thank you.
Приду.
помощник. Питает то, что живо и добро. Ежели кто горе сеет, верой прикрывается, тот служит лишь тьме. Тот, кто бросает несчастных в нужде, не достоин зваться служителем света. Боги тебе в помощь. Благодарю тебя, ведьмак. От имени всех жрецов Вечного Огня. И от своего имени тоже. Сеет гречку спросом, тот ходит голый после. Отдохни. Быстрей. Колдунья снова точно слабит. Эй, куда? Скоро перестань.
станет. Все ко мне! Сюда! Что, жизнь не мила? Знаешь, что про вас говорят? Вот справедливости. Найми ведьмака. Что-что? Такая знаменитость. Ух ты! Вот это номер. Не пихайся. Не встречались случайно в Лок-Муинне? Прошу мне не мешать. Ха. А мы знакомы? Грозный да. У тебя цеховой знак. Хороший день для торговых дел. Мы не встречались случайно в Лок-Муинне? Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на... хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои товары. Прощай. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец.
Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Покажи. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда. Покажи мне... В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда. Играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Согласен. Сыграю на твоих условиях. Thank you.
возвращайся, как соберешь колоду получше. Или когда играть научишься. Цеховой знак. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритва и ножницы? Отлично. Подстриги меня. Бывай. Амулет. Right. Амулет. Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов. Прощай. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары.
Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Снова потащился к этой колдунье. Говорю тебе, она... Это ведь ты, тот самый.
шахты он набрал баб из кузницы. Я слыхал, там яд какой-то. Так это и есть тот ведьмак, страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Привет вам. Почему барона называют кровавым? С этим наверняка связана какая-то история. Когда он еще был солдатом, ему приказали занять красильню, в которой засели нильфы. Другой, может, взял их измором, но барон человек вспыльчивый. Тут же и ударил. Черные сдались, и барон их взял живьем. Но кто-то разбил чан с красной краской, и все вылилось в реку. Потом люди говорили, что река кровью окрасилась, потому как барон всех вырезал. С тех пор и прозвали его Кровавым. Ирония судьбы. Ну, недели раньше на Малом острове барон и правда устроил резню. Только об этом мало кто говорит. Барон же не местный. Темерец, но не отсюда. Говорят, он дезертировал вместе с войском. Однажды заявился сюда со своим отрядом. Должно быть, надоело им скитаться. Занял замок старого владетеля и стал господином во Вроницах. Я думаю, как черные здесь обоснуются, то оставят Вроницы ему. И станет он настоящим бароном. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Прощай. Бывал, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Я хочу сыграть в карты. Thank you.
тебя, бароновы люди, а кто проучит барона найдет? Без награды не уйдет. А какую-нибудь другую точку барону не надо? А то у меня несколько. Одну-двух могу отдать. А я сына. Сын лучше, он сильнее. Так это и есть тот ведьмак, Страшила. Я у себя нашел. Но оружие на заказ ты тоже делаешь? А шлюхи за деньги в рот берут? Ну, ясное дело. Дай посмотрю, что есть. Может, что выберу. Сыграть в гвинт.